Сегодня одному из самых известных исполнителей Беловежской пущи, Виталию Николаеву, не до песен. Все мысли музыканта и его жены только об одном. Чтобы не убивали в собственном жилье. Чтобы не притесняли моего ребенка, меня, мужа. Для Николаевых новость о том, что столица садится на самоизоляцию, стала спасением. Незваные гости временно съехали, так же спешно, как заселялись. Просто однажды вечером позвонили в дверь. Открываю дверь, стоят 5 мужиков. Понять не могу, в чем дело, и заявляет, мы будем здесь жить. Ворвавшиеся в квартиру предъявили свидетельство о собственности. Один из новых совладельцев сразу расстелил матрас и улегся на нем. Он очень сильно пил. Позже выяснилось, что новые собственники появились в квартире с подачи бывшего мужа Ирины. Он то ли подарил, то ли продал принадлежащую ему долю некой Светлане Пьянковой, которая разделила доставшиеся 23 квадратных метра еще на несколько частей. Это Пьянкова Светлана Юрьевна. 21 ноября 1967 года рождения. Является черным риэлтором, орудует в нашем районе. Новые совладельцы – это так называемые профессиональные соседи, задача которых в том, чтобы заставить хозяев квартиры выкупить у них по завышенной цене квадратные метры. Я не понимаю, как бюрократическая государственная система допустила ситуацию, при которой трое совершенно посторонних мужчин смогли оформить документы и заселиться в квартиру с несовершеннолетней девочкой. На самом деле вселиться в поделенную на доли квартиру можно только по решению суда. Люди, которые приобрели в жилом помещении ничтожную долю, они должны понимать, что если они пытаются вскрыть дверь, самовольно вселиться, эти действия могут быть квалифицированы правоохранительными органами как самоуправство, хулиганство. Но на практике вызванный наряд полиции тогда назвал происходящее в квартире гражданско-правовыми отношениями. Сейчас Николаевы используют неожиданную передышку. Пытаются сделать все возможное, чтобы незваные соседи не вернулись. Денис Восковский.